За какие грехи наказали меня боги такой компании? Лотва не так быстро. Привет. Ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскать, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. О. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Зарвал со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Вы о чем говорите, мастер? Я столько денег в жизни не видал. Больно много вы хотите. Больно много вы хотите. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он, в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца, но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная.
Оно ничему кажа лудёвая, и лопухи пучками. А торговать будем до скончания жизни. Сидел я вот ищешь? Они сами стоят. Махрама! Неплохая работа моему любушку подвернуть. Оно, конечно, не худшее. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Но! Годи, плотва. Пошла. Теперь помедленнее. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Вся морда в крови. Дрался до последнего. Шевелись, плотва. Отдохни. Перья. Это сужает круг подозреваемых. Куролиск. Следы ведут в пещеру. Откуда-то сверху.
Значит, выкурили бомбами. Сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Вперед, плотва! Давай, плотва! И плотва. Быстрей. Ну, все. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очистых принес. Уж ели мы, ели. Конечно, не страх. Когда знает собаку, что у его свиней корм отбирает. Это и есть тот ведьмак. Привет. Ну? Кликотун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер-ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Благодарю. И на будущее, если что, имейте меня в виду.
Но пошло. Ты что такой снул? Шевелись! Да ну тебе. Я вздохнуть не могу. Разбойник на разбойнике. Грабители, сучьи дети. Чем могу служить? Я хочу Бывай. У меня-то уж нету сил. Хочешь? Попробовать. На вкус, говорят, как фасоль. Вы ведь меня об этом уже спрашивали. Давай, плотва. Пустите за колдуньи. Творишь, творишь, повесили. Откуда тут вообще охотники за колдуньями? Не ехали же они из самого Новиграда, чтобы вздернуть двух холопов. Не знаю, господин. Они сказали, куда едут? Геральт, хорошо, что ты пришел, а то с этим мужичьем сладу нет. Надо будет их кнутом поучить, может, яснее заговорят. Ну, говори, куда поехали. В деревеньку на болотах, господин. И какая-то девка с ними была.
про мать выспрашивала. Девушка! Геральт, едем туда! Сейчас же! Согласен. Сейчас я людей соберу. Живо собирайтесь! Пойдем на болото! На ведьм охотиться! Ёбаные топи. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги гниют. Ведьмы, сука. Вот чё только холопы не придумают. Скоро ты сам убедишься, что ведьмы существуют. О, да. Сидят какие-нибудь старухи безумные, да людям головы морочат. Анна с ними осталась, потому что сердце у нее мягкое. Она всегда добрая была. Да. Этим тварям, кто тут хозяин. Сдохни!
после... Ведьмак? Ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Я не буду вмешиваться в ваши дела. И правильно. Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Нет. Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама. Вот и ты. Свежий. Как цветочек. Бей меня. Вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. Жалься. Жалься. Я просила, молила. Мама, это я. Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто ототру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Не спастись, не сбежать. Породим тебя, юноша. Отличный выйдем сучек. Прекрасно, сердце. Мускулистое. Аж слюнки текут.
от тебя страх. Ты испортишь. Что это было? Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы! Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена. И она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна, слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Оксенфурт? Ты убьешь ее! Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед будут куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей, прошу тебя. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы за ней пришли, и могут прислать кого-нибудь пострашнее беса. Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, что сможешь ее расколдовать. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потеря ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставило на ней след. То есть... ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед Церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксенфурт. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Неважно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя Вечный Огонь. Спасибо. Прощайте. Хорошо, что ты отпустила ее с отцом. Я не уверен. Мы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Если кто ей поможет, то какой-нибудь ученый останется. Наверное, ты прав.
сейчас прям... И плотва. Но! Но пошло. Оу! Оу! Пошла. Все ко мне! Сюда! Привет! Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что у тебя есть.
Будь здоров. Свидание.